Восьмиклассники городских школ представили макеты мемориалов городов-героев и городов воинской славы. Это один из самых сложных и интересных этапов муниципального проекта «Во славу Отечества». Напомню, он проводится в Муравленко в третий раз и продолжается на протяжении всего учебного года. На презентации побывала наш корреспондент Татьяна Бойко. Участники и гости пришли задолго до начала презентации. Атриум лицея превратился в уникальный музей. Здесь все экспонаты, мемориалы городов-героев и городов воинской славы выполнены руками школьников. Восьмиклассники с удовольствием отвечают на вопросы. Это своеобразная репетиция перед большой презентацией. Какие силы отступали на Таманский полуостров? Каким образом? Они переправлялись через берег. По воде. До представления макетов считанные минуты. Участников проекта приветствуют гости. Самое главное того, что в ваших глазах есть желание, есть познавательная искорка на то, чтобы глубже узнать нашу историю, больше узнать деталей из того, что происходило. Ну и, конечно, прикоснуться к тому великому героизму в истории нашей страны, который сопровождает нас на протяжении многих-многих лет. Над проектами ребята трудились полтора месяца. Легких путей не искали. В основу макетов старались брать обелиски, о которых знает далеко не каждый. 8 А первой школы по жребию выпал Архангельск. В годы войны он стал крупнейшим портом. Туда приходили конвои с вооружением и продовольствием. Затем по железной дороге уходили на фронт. В городе есть немало монументов, поэтому ребятам было сложно ограничиться лишь одним. В проект вошли 3 памятника. Это памятник корабль северным конвоем. Этот корабль прорывается через стену, так сказать, в другое измерение. Посередине у нас поставлен памятник юнгам. Когда была война, то была школа юнг, и после 3 выпуска выпустили 4000 участников, и каждый четвертый из них погиб. О каждом мемориале славы школьники старались узнать как можно больше интересных фактов. Читали книги, смотрели фильмы, мониторили интернет, консультировались у учителей истории. Многие старались копнуть еще глубже. Ребята второй школы, готовя макет о Вяземском ДУЛАГ-184, это пересыльный лагерь смерти, в соцсетях списывались со сверстниками из Вязьмы и архитектором мемориала. Большую работу провел и 8 Г 5 школы. Мы сделали запрос в музей как раз-таки в городе Керчь, и у него сделали запрос чертежей и информация о самом памятнике, так как саму информацию о памятнике найти в интернете достаточно сложно. Запросив чертежи, мы начали думать над материалами. В каркасе самого памятника мы использовали пенопласт. Сверху мы покрыли его по технике папье-маше бумагой и окрасили гуашью. Каждая работа – настоящий шедевр. Все монументы выполнены из подручных материалов. В ход шли пенопласт, фанера, наждачная бумага, бисер, проволока. В работе задействованы абсолютно все ученики. Мы узнаем больше о своей стране, об истории войны. Мы узнаем больше о том, как проходила война, что какие герои были на войне. И это поднимает патриотический дух. Мне кажется, что самое главное, что дает этот проект, это любовь к своей истории, а также он очень сплочает наш коллектив. Проект «Во славу Отечества» действительно уникальный. Он даже лег в основу регионального ЮНАРКТИКА. Идейные вдохновители и не ожидали, что проект станет настолько популярным и востребованным. Реализуя его вот уже третий год подряд, убеждаюсь, что мы были на верном пути. И на сегодняшний день я с полной ответственностью могу сказать, что проект себя полностью оправдывает. Ребята настолько погружены не только они, и соучаствуют родители, педагоги. Я знаю, что в школах подключены все, без исключения педагоги, которые так или иначе могут оказать поддержку, помощь нашим детям в различной степени в области своих знаний. Подводить итоги жюри было нелегко. Каждая работа достойна высшей награды. Все же первое место присудили 8 А второй школы. На втором и третьем 8 К и 8 В школы номер 4. Теперь ребята начнут готовиться к конкурсу инсценированной песни, который пройдет в феврале. Татьяна Бойко, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.